Всем привет, мои дорогие друзья, уважаемые подписчики, гости и зрители моего канала, с вами Даев, и у нас выходит новая серия, такого вы еще не видели, и представляю вашему вниманию очень интересный кораблик, чем-то похож на трансформера, называется, как вы видите на экране, он Скарлет, как чайник, или как еще что-либо, производство данной фирмы, очень компактненький, очень маленький, присутствует на нем скрипт, сейчас я все лишнее уберу. Присутствует на нем скрипт на управление удаленными трастерами. Это чертежик. Как вы видите, тут эти ножки поворачиваются. В управлении корабль просто волшебный. И это даже кораблем трудно назвать. Как-то вот такая вот конструкция. Очень интересная. И довольно-таки симпатичная. Особенно цвет. Прямо именно вареный такой. Вкусный, с укропчиком. Снизу турелечки. Также я вам покажу очень интересный баг. И я бы на месте создателя данного корабля вот так вот сундучок бы не ставил. Ну ладно, это ему виднее. Кораблик очень компактный, как я ранее говорил. Летает он просто волшебно. Приземляется он на колеса. И никаких проблем с приземлением у меня не возникло. Единственная проблема у меня возникла... Я большое ухо. Единственная проблема у меня возникла с тем, как его вставить. Так как это чертеж, вставляется и начинает сразу куда-то лететь. Пришлось выходить в космос, вставлять и приземляться. Приземляется просто волшебно. Это самый быстрый приземляющийся корабль, который я только видел. Давайте зайдем. Внутри он не такой обширный, конечно, но также подсветочка. Смотрите, какая медицинская кровать. Уже все готово. Организовано. Из малых блоков. Также это у нас LCD-шечки выключенные. Классно. Снизу лежишь, вверху телевизор смотришь. Или играешь в что-нибудь. Также пару ламп. Полностью ванильный корабль. И как вы видите, вот малые решетки идут отсюда, 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 отсюда. И здесь вот вся вот эта вот панелище, это все малая решетка. С кнопочками. Что у нас тут? Свет. Ну-ка, дай-ка я нажму вам в свет. Да что ты? Никак не попаду. О, интим. Классно. И, в принципе, это все устройство данного корабля. Смотрите, какое приятное освещение на блоках двери. Молодчина. Изнутри, несмотря на его совсем крохотный размер, постарался прям супер. Это новый баг у нас теперь. Теперь вот мы вот еще и не всегда можем войти. Вот видите, оно пропадает. Ку-ку. Ладненько, зажигаем свет. Что еще за кнопочки у нас есть? Auto Refill. Автопополнение. Control Room Light. И гравитация. Шикарно. Я что там, в позе мыла раму, что ли, хожу? Че это он у меня? Сейчас, секундочку. Во. Или он тут все время... Он тут полуприседью, похоже, ходит. Да нет, вроде как. Ладно, не будем отвлекаться. Имеется пассажирское сиденье. Можете свесить ножки, посидеть прям. Классно, свет включать, ладно, не будем. Так мне больше нравится. Солнышко светит, бешеный блик в глаза. Ну что ж, полетели, включаем гасители. И сейчас мы будем смотреть на новый баг. Взлетает просто волшебно, ребятушки. Это самый быстрый взлет и самое быстрое торможение из всех кораблей, которые я только видел в этой игре. Вот выключаем гаситель, набираем, разгоняем скорость, и прямо в 5 метрах от земли мы можем включить, и он мгновенно затормозит. Летит шикарно. Вот такой вот крабик. Очень сильно нравится за исполнение строгая десяточка. Вот так вот он выглядит. И вот добро пожаловать, нам же сделал Lens Flare. Вот такой вот у нас есть новый баг. Это у нас большие, вот такие вот, засвет нам большой блик дает, большой водородный трастер. Также не лишен скриптов, как вы видите, и часы мне тут показывает, и в принципе очень даже удобно, вниз не посмотреть, но по крайней мере и разгоняется. Весь всего 342 килограмм, 342 тысячи, и просто офигителен. Ребятушки, это что-то с чем-то. Посмотрим на его устройство.
как я уже говорил, он называется Scarlet Vanilla. Полностью ванильный. Батарейки, кровать, трастеры водородные. Туда и сюда и обратно, о боже, как приятно. Оксиген-генераторы. Ну, мы должны посмотреть же полное количество. А вот тут мне вообще ничего не видно. Что это такое, я не понимаю. Ладно, не суть. Стало совсем печально видно все, что скрыто. Ну, я надеюсь, кто-нибудь лупу принесет, и мы посмотрим. Так. Реакторы две штуки. Два солнечных ротора. Гироскоп, дуговая печь. Понятно. Модуль продуктивности, эффективности, значит, где-то должна быть еще и сама. Так, солнечная панель. А какой-нибудь переработчик. Там рефайнери нет. Так, два оксиген-генератора и танк. Ладненько, понятно. Значит, оно еще и что-то может производить. И вот такой вот очень интересный корабль. Давайте разблокируем. И нас, как всегда, понесло. Развернем в полетный режим вперед. Будем надеяться, это не повлечет за собой падение. О, здравствуй, Блик. Как бы тебя выключить-то? Вот, прикиньте, Lens Flare какой у нас теперь от трастеров. И он складывается. Все. Да здравствует. И, кстати, ему вполне хватает массы, чтобы лететь. Но теперь он будет просто бешено разгоняться. Смотрите, какая прелесть вообще. Уи! Офигительно. Не знаю, насколько ему водорода хватит. Но это что-то с чем-то. Можно лететь вот именно импульсами. Также присутствуют ракеты. Две штуки курсовых. И классно. Просто классный крабик. Трансформер. Краб-трансформер. Дорогие мои друзья. У меня аж настроение. От таких кораблей, блин, повышается. Простите, я нечаянно. Вау. Вы только посмотрите, как все-таки он клево смотрится. Все, ракеты пошли. Также мы видим присутствие авиагоризонта. Ну, классно сделан, классно. Ничего не скажешь. А, блики еще и до суд долетают. Ну, нифига себе. В панели управления здесь присутствует, как вы знаете, лок роторов. Потому что если их не заблокировать, у нас совершенно неверно считается корабль. Он не считается единым целым. Обалдеть. Полетим на солнце, мои дорогие друзья. Что ты за вид такой? Если едем мы в Канзас, солнце светит прямо в глаз. Когда едем мы в Европу, кораблем доволен однозначно. Не знаю, вот насколько ему хватит. Но можно вот правда лететь импульсами. Слышите, какой звук? Включение трастеров. Ну, естественно, в космосе он будет летать вообще волшебно, но... Ледозависимый. Очень сильно ледозависимый корабль. Супер. Особенно вот его возможность складывания и раскладывания. Трансформер в действии. Все это поворачивается в посадочный режим. На малой высоте не советую делать, потому что, как вы видите, его сразу же начинает переворачивать. Якобы двигатели продолжают туда тянуть. Да что ты, блинский, ты блик. Ну вот мне больше всего понравилось, какой скоростью он тормозит. Когда включается гаситель. Вот мы его бросаем. Свободно разгоняемся до скорости 100 метров в секунду. До 300 километров в час. И падаем совершенно спокойно. Краш-тест проводить не буду, это неуважение к создателю. Высоту не вижу, но мы включаем и... Пш! Все. 3 секунды, и он остановился, ребят. Это что-то с чем-то. Ну и, естественно, взлетать и приземляться в таком режиме очень удобно. Просто что-то с чем-то. Также присутствует на нем лампа. Тут-то нет такого бешеного блика? Нет, ламп... У лампы что-то пропал даже конус. Да что ты будешь делать? Как же я сразу этого бага не нашел? Не увидел. Но корабль... Корабль стоит, ребята, того, чтобы его себе скопировать. Относительно скрипта... Тому, кому интересно, как все-таки у нас работают
Так, программный таймер вижу, но тут горизонт, дор, компас, трастер. Это у нас вот такой. FIP Rotor Thruster Manager. Этот скрипт позволяет нам использовать через роторы другие трастеры. Вот как вы видите, off-grid трастер на другой решетке 36 штук. И вы им можете совершенно спокойно управлять, они у вас будут совершенно спокойно себя адекватно вести. Единственное, не забывайте выводить safety log. Как только вы его отключаете, вас начинает переворачивать. И прям совсем весело становится. И вот такой вот трансформер-крабик, дорогие мои друзья. Такого вы еще точно не видели. Сейчас мы его зафиксируем. Немножко посмотрим, как у нас все-таки сделаны малые решетки. А, что я делаю? Оп. А, я уже вышел. Хорошо. Где же он их прикрепил? Сейчас мы вот сюда вот залезем. Тут тоже траймер. И как вы видите, это все сделано опять же через двигатель. Двигатель к нему. А куда ты летишь-то? А, да, баг еще не профикшен. То, что корабль самопроизвольно опускается постоянно. И когда это будет, не знаю. Так, мне нужны инструменты. Возьмем горелочку. Часть ротора. То есть вот к двигателю часть ротора. И к нему уже малую решетку. И за счет этого вот такая вот у нас панель управления. Очень сильно интересная. Да ладно ты опускаться-то. Классно. Вот смелая пятерка. И за идею, и за воплощение. Потому что на трансформерах я еще не летал. Ну что ж, дорогие мои друзья, уважаемые подписчики, гости и зрители моего канала. С вами был Даев. Снимал для вас, такого еще не видели. Корабль назвал... Корабль набрал заслуженных 5 звезд. И я оценил его однозначно тоже как прекрасный корабль. Трансформер краб. Ну а вам всем спасибо за просмотр. Повыше FPS. Кстати, FPS радует. Не знаю, что они сделали, но... Он и вперед, смотри, с какой скоростью разгоняется. Ему даже вот эти вот ноги не надо поворачивать. В качестве тяговых. Очень грамотно сбалансирован корабль. FPS выше 40. Вам всем повыше FPS, поменьше багов, лагов. Приятной игры, интересных видео. Всего-всего самого наилучшего. Ставьте ваши оценочки. Пишите ваши комментарии. Очень приятно читать. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Будет еще очень много всего интересного. И реалистичные катаклизмы, и новости обновлений, и он куда-то летит. Нет, это я куда-то лечу. Буду держать вас в курсе всего, что у нас тут происходит. Смотрите, как это... я вижу свет в конце туннеля. Ну а всем вам огромнейший сейчас лайк за просмотр. Вот меня аж космонавт дергается. Всем приятной игры, всем до новых встреч, всем пока-пока. Обалдеть. Даже мостики. Красота.